Ну и так, у нас фототелемарафон был. Рамки из цветных карандашей и разные разности. И вот мы выбирали. И выбрали. И выбрали, да. Вот, вот что победитель. Мы выбрали. Па-бам! Красиво. Вот такое яркое сердце, добрая Раница Беларусь. А Юлия Жуковец-Якунина, вот ее фотография. Юля, спасибо вам в очередной раз за участие. И наш редактор позвонит вам и скажет, где и как вы сможете забрать подарок от программы «Добрая Раница Беларусь». Это было красиво. Солнечная Юля, такое прям наше лицо, такое прям наше лицо, да. Ну, а еще хочется сказать о том, что мы позже покажем еще прекрасные работы, которые прислали. И хочется сказать, что через час прозвенит звонок. Последний звонок для минских школьников, выпускников 9-11 классов. Ребята, это так прекрасно, вы идете во взрослую жизнь, там ждет столько интересного, всякого разного. Но мы желаем вам путь только к успеху. Все, пока! Кто бы знал, что я буду так любить и одну тебя боготворить? Кто бы знал, что я сердце навсегда отдам? Кто бы знал, что я буду каждый день бесконечно думать о тебе? Кто бы знал, что я найду тебя тогда? И я тобой живу, и кто я без тебя?